Всем привет. Всем привет. С вами JBH07. И Блейд. Сейчас мы играем без Бейзера. Да. Не знаю, хорошо или плохо, буду надеяться на лучшее. И мы идем сдаваться. Да, мы сделали еще, как сказать, еще одну часть, да? Так он у тебя, да? Так он у тебя, да. Да, все у меня. Давай я скидываю бит наверх. На какой? На какой? На, по-моему, под нами который. Точнее, над. Точнее, над, да. Вот. На. Да. Мы сдали. Вот я сейчас стою, вот где я будет. Стою, где будет. Давай. Давай. У нас, кстати, были довольно дорогие предметы, а некоторые, наоборот, дешевые. Темная комната — это легко и просто. Но механизм заработал, чувствуется. Механизм заработал, говорю, чувствуется. А у меня нет. У меня нет. Немножко чувствуется, ладно, важно. Вон. Медь, бронза, и... Ой, да, медь и... Значит, индастриал. Значит, индастриал. Да, индастриал. О, их постыли на вас на крышу. Офигеть. Офигеть. И что мы с ним будем делать? Убьем. Убьем. Ладно, тогда посмотрим, что дальше выполнять. Вот эти боковые я хотел посмотреть. Блин. Про крышу-то мы и забыли. А, ну, я думаю, это мы не будем выполнять. Ну, тут надо броня, квантовый шлем, ботинки. Нет, это мы не будем выполнять. Ооо, попробую скинуть. А я что делать? Короче, можешь делать. Только не взорви, у меня блок с собой. Нет. Только один блок взорвался, успокойся. У меня клавиша залипла. О, скелет, это опасно. Нет, скелет хорошо. Нет, скелет хорошо. А, опасно. В общем, хорошо. Стрелы? Конечно. Конечно. Ладно. Так, лава капсул, биофуил, капсул, сит ойл. Лава капсулу сделал. Лава капсулу сделал. Сколько? Сколько? 64 штучки. Ойл, ханика, мед, биомасса, ну, топливо. Нет, нет, мне кажется, мы это не сделаем. Да нет, скелет улетел. Скелет улетел. Нет, я в плане про капсулы. Мы, скорее всего, это не сделаем пока что. Вот как мы будем получать лаву? У меня есть ведро. У меня есть ведро. С лавой. Лавой. Изученная. Изученная. Они такие тупые. Они такие тупые. Они сами себя скидывают. Они сами себя скидывают. Забавно. Ты иди посмотри. Иди посмотри. Да я вижу отсюда. Смотри. Оп. Так зубить. А вот скелет — это плохо. Нееее. Ты смотри. Пластинку дропнет. Прикинь, пластинку дропнет. Она что-то 2000 что ли им всех. О, да. О, да. Так, смотри, что еще здесь. Бастром Сибир. А, это схема Red Power'овская. В принципе, тоже можем сделать. Только у нас пока энергии мало. После топлива. Капец их там, они там спавнятся еще наверху. Не, не спавнятся. Не спавнятся. Пиперов у нас только не было. Так, это Advanced Machine. Это мы точно не сделаем. Извини. Извини. Потише. Пожалуйста. Я думаю. Так, и что мы сейчас будем делать? Что-то из... из Industrial Craft. Из Industrial. Так. Сейчас еще одну постерю. Здесь тоже, по идее, должно быть. Блин, не должен быть, не лазить, ну ладно. Мне клавиши слепают. Можно, конечно, кстати, фреймы сделать. А, нет, мы их не сделаем, у нас нету. Блин. Зомби вытолкните друг друга нахрен. Было неплохо. Да, тут у нас Advanced Machine, где уже будет. Минус один. Минус один. Давай их там скидывай. Все, сейчас утро они по идее гореть должны. У меня крипер больше напрягает. Давай, зомби. Скидывай его. Скидывайся. Так. Ну мы сделаем low voltage солнечную панель. Разве она нужна? Разве она нужна? ХВМБ, нет, мы, мне кажется, мы что-то не сделаем. Почему не сделаем? Не сделаем. Угля нету? Угля нет. Да, кстати. Почему угля-то есть? У вас нету метода его получения, нужен коллектор. Какой коллектор? А в принципе, бронзовый век можно выполнить. Вот именно. Нельзя. Вот именно. Нельзя. Почему? Ну, олово. Пройти сможем?
нет. Да. Да. Так. Ну стой, сейчас умру. Ну стой, сейчас умру. Воу, кольца. Я пока не иду, там сейчас скелета вижу. Кольца, по-моему, в последнюю очередь нас ждут. Да, без разницы, в какую очередь, факт в том, что их там много. Вообще почти что все кольца. Bull, sweet and tears. А, ну да, это поушера. Ты чё? Скелета, блин, убей. Скелет убей, а? Загнул. О, отлично, вот это мы можем сделать. You deliver кабель, майнер. Нееет! Не можем. Короче, сейчас, наверное, вот это попробуем сделать, из индастриала. Да-да-да, там должно быть что-то, что можем сделать. Что можем сделать. Тут МФЕ, массератор, детектор, кабель, майнер, трансформатор, электрическая печка, компрессор, Tesla Coil, кроп-матрон. Линдлойд. Линдлойд. Давай воюй. У меня ценный груз. А, да, кстати, а, действительно. Да, кстати, действительно. Я еще не знаю. Без их там. Вот именно. Там были, там, они, по-моему, с друг с другом стреляют. Да, один скелет упал. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Осталось два из зомби. Блин, вот, вот. Блин, вот, вот. Кто забыл светить? Кто забыл светить? Ничего не знаю. Я ничего не делал. Я освещал. Я освещал. Да уходи. Снизу, да уходи. Скажи, а сбоку на платформе вот, остался? На платформе остался. Да. Понятно. Осталось. Понятно. Как я скелет могу забирать? Как я скелет могу забирать? Я не знаю. Так, отлично, минус один. Задний крипер, задний крипер, блин, задний крипер! Я лучше умру. Я лучше умру. Крипер... Ай-яй-яй, ты давай. Остался скелет. Все, я умираю. Да, я умираю, позор. Крипер... Ну там еще один крипер. Да откуда? Да откуда? Они из темной комнаты лезут. Вся подлость в том, да, что ты сдохнуть, что ты сдохнуть не можешь. Да. Нет, я могу, кстати, оставить эту хрень в сундуке. Да, оставляй. Сейчас оставляй. О нет, о нет. О нет, о нет, о нет, о нет, о нет. А, нет, ну всю хрень, что у меня есть, оставлю в сундуке. Короче, так, темную комнату при выходе закрываем. Нет, ее освещает. Нет, ее освещает. А, лампочки сидят. Сколько у вас там? Там уже три скелета. Короче, кто-то не стоит. Кто-то не стоит. Кто-то маньячит. И они взорвали сундук. Я знаю. Я знаю. Записываешь, надеюсь? Да, я записываю. Да, я записываю. А слушайте, какая включена? Хард. Хард. А, ну да, понятно. Кто-то, думаю, мне крипер столько хп снес. Блин, надеюсь, ценные ресурсы не упали. Ресурсы не упали. Блин, молись. Ай, быстрее. Ну уже, ну уже, ну уже. Пауки. Стой, стой, стой. Стой, стой. Ну ладно. Больше никого? Больше никого. Я слышу пауков, блин, но... Заделывать. Заделывать. С пауками я поговорю. С пауками я поговорю. Ух. Нам нужен факел загнать. Нам нужен факел загнать. Мне кажется, мы просто кучу всего в канале. Трансмутейшн ты был остался. Нет. Хитпинс. Хитпинс. Не трогай их нафиг, а? А что с ними сделать? А что с ними сделать? А чего делать-то будем, блин, без Transmutation Table? Ты не скажи. Поясни. Поясни. У нас нет таблицы трансмутации, что мы будем делать? У нас нет обсидиана. А философский камень? А философский камень.
А что с ним сделаешь? А, стоп, кнопка. Так, давай запись остановим. Когда все. Да, пожалуйста, все. Это. Ну, мы потом. На паузу, наверное, поставим. Да, на паузу. Так, ну мы вернулись, теперь мы восстановили таблицу трансмутации. Да, это все, что у нас осталось. А почему железо? Че железо? В сундуке. А где оно должно быть? В плане оно должно быть алмазным. А, ну в плане я перерабатывал, когда крафтил всякую фигню. Так, а погоди, что нам сейчас железо нужно? Говорил. Так. Может, таки сделаем эту... Автоматику? Да. Ну, я и говорю. Так. 9 транспозеров. Нужно. Есть, сэр. Ой. Да, я свети пока крышу внутри тоже. Пока что. Я освещаю тебя. Крыша. Факел изгнания будет. Факел изгнания будет. Ну, его крафтить еще. Хотя, помню, так уж и сложно. Да, и ладно, не важно. Да он дорогой, так, зараза. Почему 3 алмаза? Ну, блин, ладно, не важно. Три алмаза. Не дорогой. Дорогой. Ах, знаешь, я тебе скажу. Нам, блин, редстоун не нужен. А древоруб ушел. Ну, блин, ладно, придется его заменить. Сейчас топорик сделаю пока что. Ну так не обязательно. Дерево рубить. А как? Перегони. Окей. Хочу меркуриевой. А, смысл? Без комментариев. Нет, ну в плане, зачем тебе меркуриев? А если так сможешь построить? Я лентяй. Я знаю. Да, уж хорошо побоевали. Жалко. Хорошо, что таблицу трансплантации убиваешь, из нее рецепты не пропадают. Это вообще было бы ужасно. У тебя там было много ЕМС. Да нет, я в смысле вообще все, что изучил. А, ну да. Там еще ЕМС остается. Наверное, долго будет все плавляться. Может, пока обсидиановые трубы все такое сделаем? Расставим. Не очень. Почему? Потом поставим транспозер, и все окей будет. Только, по-моему, нам нужно будет на блок ниже все это дело перенести. Помнишь, как там делал? Что делал? Ну когда мы с тобой с Ешкой играли. Но мы там делали с помощью этих труб, пневматик труб. Сейчас покажу. Так и еще. О, перекладывайся. Смотри, короче. Так, ну. А, как так, глину получаешь? Нет. Ладно. Так, сейчас правильно делается. По-моему. Так. В общем. Так, насколько я помню. Ну только еще уровень внизу. Вот так и. Там. Вот где земля будут цветы. Назовем это так. А песок это родсоу. А земля это... Ну ты понял. Ни хрена не понял, если честно. Земля это транспозер. Песок это родсоу. Нет. Транспозер он же... Или в принципе его можно в нашу крышу вставить, просто и все. Наверное так и сделано. Ну, короче, подключением будете заниматься. И вот так будет пример. Нет, я представляю, как это будет выглядеть просто. А что получилось? При наличии печки это было бы легче. Блейд. Ау. Смотри.
Забавно. Сгорай, нам нужен волстон. Я бы без понятия, кого получить. Нам за... Стоп. Его можно скрафтить с помощью дастрела. Genius. Genius. Это нужен редстоун и... Нам все равно бронзовый век сдавать. Бронзовый век нам дофига чего надо. Мы сейчас даем... Это по-другому называется, короче, машина из индастриала. Ну вот, я имею в виду, что... И придется нам их делать в двух экземплярах. Одни сдавать, вторые, чтобы были. Нет. В плане, пользуйся, чем собираешься. Не, я понял. Что? У нас ключика нет. Поэтому придется делать в двух экземплярах. У вас нету этого... олова. Вот что. Поэтому генератор не закрафтил. Эллен. Ладно, иди смотри, что мы сейчас можем выполнить. А генератор? А генератор нам не надо сдавать. Сдадим и сдадим дадут олово. Нет. Да дадут эти. Ладно, хрен с тобой. Так, мне нужен булыжник. Ты сколько мы записываем? 16 минут. 16 минут. Нормально. Так, сейчас сделаем транспозер. Не хватит булыжника на 9 транспозеров. Что за... Как так жить? Туда. Так, ты все дырки задел, чтобы я не упал случайно? Не знаю, не знаю, не знаю. Вот, блин, сделай эту хрень. Песок не натвори, блин, я тебя прошу. Ой. Так, 9 транспозеров есть. Ох, молись, чтобы здесь появились дружелюбные мобы. Где? А не то, что до этого. Ну да. А свети только получше. У меня факел там остались. Как и как саженец говей и все такое. Тебе за медью надо сейчас гонять. Займись. Окай. Окай. Так. Какой телефон? У меня рядом, но мне вроде ничего не приходило. Кстати, я нашел пустыню. А, ну отлично. Ну в плане, я и так знал, что она здесь. Нет, вот в плане, а почему нет задания на пчел? Почему это нету? Я не нашел. Есть какой-то. Ищи. Ты оставил. Так, что сейчас нужно сделать? Был бы у нас квайнстап. Блин, у нас всего проблем ни с чем уже не было. Сейчас изучусь. Был бы с нами бейс, можно было бы заставить его сделать мубграндер. Нахрена тебе мубграндер? Порох — это топливо. А, кстати, да. Печальная вещь. Так, я стекло сокру, чтобы изучить. А, так мне пишет Бейзер, он пришел. Я его добавляю там. Ну да. User was moved to your channel. Бейс с возвращением. Понятно. Ты понял, чего я понял? Нет. Понял, да? Нет. Но мы убираем. А. Понял. Бейс, у нас для тебя ответственное задание. Сумеешь построить моб-грайндер? Понятно.
Он написал, да. Так. Булыжник знаешь, где найти, надеюсь. Так, сейчас сделаю обстеновые трубы. Блин, их нужно 9 штук, я правильно посчитал, надеюсь. Да. Я записываю вообще. Я записываю вообще. Я тоже. Вот. Кстати, Бейс. Ни в коем случае не бери в руки философский камень. Да, и вообще ничего не дыркай. Ну, в плане философским камнем. Так, тут в сундуке транспозеры и эти обстеновые трубы. Сейчас еще этих гладких каменных наделаю. Гладких каменных. Гладенько. Ладно. Потом поразговариваем с тобой на эту тему, но не сейчас. Слушай, может на паузу поставим? В плане пока все это будем строить? Нет. До момента, когда мы будем это строить. А может я серию завершим, у нас уже минут 20. 21. Ну и нормально. А в следующей части построить? А в следующей части уже покажем готовую постройку. Окей. Окей. Мы же ее и так показывали, да. С вами были JBRush, 007, Blade, Blaze. Называем. В общем, как обычно. Все делаем. Итак, помните. Да. Всем пока.